Давно искали перспективный проект, на котором можно отдохнуть с интересом. KRP – это проект, на котором ты сможешь реализовать любую профессию, начиная с городского рабочего и заканчивая губернатором. Кастомная карта и системы, которых ты не найдешь у других – это то, что позволит вам качественно отыграть РП и получить максимальное наслаждение от этого процесса. Отзывчивая администрация и еженедельные обновления ждут именно тебя. Скорее, присоединяйся к нам! Здорово! Сегодня мы снова возвращаемся на Боброград. IP, группа, а также сайт Боброграда будет в описании. Не затягивая время, могу сразу же вам объявить об особо важных новостях на Боброграде. Дело в том, что у нас снова открылся набор в администрацию. Чтобы посмотреть пункты, по которым вас будут набирать и что в принципе требуется от администратора, советую вам посетить группу в ВК. Она будет опять же в описании. А теперь к сути ролика. Я старался этот записать видос в рамках каких-нибудь будней администратора, чтобы разборки там все же присутствовали и хотя бы немалую часть. Но, к сожалению, или же к счастью, я не знаю, решать вам, у меня не получилось записать видос, где у каждого, кто оказывается на разборках, горит очко, он слетает с админки или же улетает в перманентный бан. Увы, но сегодня этого не будет. А изворачиваться, чтобы записать такой материал до последнего, докапываясь даже до нон-РП ходьбы какой-нибудь, но это, как по мне, уже, ребят, скотство. Поэтому сегодня это будет чисто сборная солянка. Немного админ разборок, а также немного РП ситуаций. Думаю, вам понравится. А, и, кстати, если вы найдете какие-то нарушения у меня, то напишите о них в комментариях. Здорово! Нельзя, покиньте меня. Покиньте меня? Серьезно? А чё нож-то достал? Я ж без агрессии. Я ж без агрессии пришел. Зачем нож доставать? Да. В чем проблема? Ты что делаешь? Блять, ты что, совсем ёбнутый? Не, ну ты как, нормальный, нет? Алло, ты что творишь? Все нормально. КГБ. Я просто через балкон и лазил, он на меня кинулся с ножом ненормальный какой-то. Нюхай бебру. А, я мог отсюда его пиздануть. Пиздец. Мне как ему, вот я не знаю, фридамаг выписать или что? Ну, просто, блин, ну это... Ну я пришел, даже не агрессировал, понимаете, на него. Я ничего такого не сделал, чтобы меня били, блядь, ножом два раза. Я 15 ему дам за 1,7, потому что, ну это пиздос. Это пиздос. Он не видел, что там я гос, это понятно, но все равно нету повода такого, блядь, чела взять и просто начать резать у себя на балконе. Братан, можно пожить? Дам 10 копеек. Без наеба. Ну пиздец, блин. Хороший, все-таки выгодный класс достаточно. В два раза больше урона, вы понимаете? Я могу вот так челика просто выкашивать. Но мне главное, чтобы они меня первым не пизданули. Ибо у меня хп 62 всего лишь, и 100 брони. То есть я с двух ударов по-любому бы сейчас отлетел от ножа. Ну или с трех, как минимум. Я ему 10 тысяч обещанные дам. У него, правда, маников нету. Давайте, знаете, как сделаю? Подействуй, деньги. Алло, иди домой, тут все ровно уже. Я деньги тебе дам за проживание. Вот, держи. Вот они.
Можешь меня из двери не выписывать, пожалуйста, из главной? Я пойду пока прогуляюсь. По-любому в будущем он еще пропишет какого-то своего знакомого или же еще какого-то левого кекса, ну, как, например, я. И 100% они будут сидеть на манипринтерах. И потом я уже приду, типа я уже свой. Ну, представляете, я его квартиру отбил от маньяка. Я, не знаю, я ему денег дал за проживание. Ну, как мне можно отказать при таком раскладе? Никак. Я тебе еще раз говорю. Демку. Я с тобой нормально, адекватно общаюсь. Ты достаешь нож, начинаешь мне угрожать без особой причины. Я не агрессировал, ничего не делал. Ты стоишь в тупую, игноришь меня и считаешь 1, 2, 3, начинаешь меня резать. Я, естественно, отскакиваю, и ты просто дальше стоишь с ножом. Да не зашел я к тебе в хату, блядь! Ты понимаешь, нет? Я к тебе в хату не заходил. Тогда почему я тебя не пизданул еще там, хотя у меня была куча возможностей для этого? Ну да, я наставил ствол, потому что ты меня за каким-то хуем резать начал, ненормальный. Демку, закончим уже эту жалобу. Посмотрим. У меня демка 2 часа идет. Могу я тебе просто объяснить, как это было? Слушай, я тебе говорю про то, что ты... Можешь ты одну скажу домой? Слушайте, смотри, я тебе покажу, как, где он стоял, как, раз он не хочет демку пока. Зачем мне тэпать? Просто пошлите, Тайга, вы мне покажете. Сейчас я тебе скрин скину, где я сидел в этот момент, это пиздец. И вот я там пройти не мог. Какой скрин? Видео показывай, блин. Ёбаный, сука, баран. Просто это какой-то бред. Ты ворвался мне в дом, стоял возле меня. Да, блять, ворвался к тебе домой, еще что расскажешь? Ты мне на балконе. Ты мне на балконе стоял, чел. Что мне то есть осталось делать? На балконе прям я у тебя стоял, ты уверен в этом? Это считается первый РП или нет? То, что он стоял у меня на балконе, я ему ножом угрожаю, говорю, уйди. Считай до трех. Он все равно стоит и делает пик, как будто что, нифига нет. Стоп, Тайга, вы стояли с оружием? В тот момент нет. Я в тот момент не стоял с оружием, я с ним пытался диалог завести, он просто стоит в тупую, игнорит и отсчитывает меня. Зачем, непонятно, я не ворвался к нему домой. Меня послушай просто, там балкончик, вот эта перегородка небольшая, и сзади этой перегородки пропы. То есть я на балкон не могу проникнуть. Пропы квадратные именно, которые идут. Я не могу на балкон проникнуть, понимаешь? Нет, я просто стою, считай, на перегородке, я не лезу к нему домой. Я понял, что за проб, но по сути он находился не у вас дома, он был на перегородке. По сути, даже можно не считать балконом. Ну как можно считать, но это была перегородка. Я просто покажите мне демку, где был фридамаг. Если у него был реальный фридамаг, то у него идет 1.22. В чем проблема? Он, так сказать, прикинул на другой этот балкон, но метнулся с другой стороны балкона, стволом уже поставлен из вот этого предохранителя. Но вы его резнули. И тупо резнул после предупреждения. После предупреждения. Бля, ты ебанутый, ты чела просто так режешь за то, что он стоит на перегородке балкона, бля, ты совсем пизданутый, нахуй. Ебать, вот просто открывай, блядь, и смотри, я тебя, сука, как кота в санье натыкаю, вот этот скрин. Придурок, блядь. Скрин ребенка. Ты чё, совсем, сука, тупой, или тебе, ну, мало того, что я уже скрин с твоим нарушением предоставил? У тебя микро лагает из-за изменений, сможешь, пожалуйста, по сути, у вас идет, вам было выдано наказание про фридамаг, и у вас идет 1.22. Вы говорили, фридамага нет, по сути, он есть. Ну, это первый РП. Не-не-не, у него не за это 1.22. Давай вот не за это сделаем 1.22, по-другому. Я ему в течение разборки, пока я не показал скрин, я ему задавал вопросы, я что, неправильно пересказал или что-то еще? Ну я понимаю, это считается тоже 1.22. Ну вот у него будет за это 1.22, а не за то, что он там сказал, фридамага не было. Это он так думал, что фридамага не было, но по факту он есть. Где фридамаг, я тебе сказал. Ты чё, бля, тупой, тебе еще раз объяснить? Я не знаю, может на пальцах, может быть мне считалку для дауна взять, чтобы ты это понял. У тебя микро лагает жестко. Голос, то есть ты опять про фридамаг ты услышал, а про это ты не слышишь. Я тебя правильно понимаю? Ты ёбнулся? Фридамаг. В каком месте фридамаг? А, ты опять слышишь, да? Я говорю, мне считалку для дауна взять, чтобы тебе доступнее объяснить. Ты что, меня оскорбляешь сейчас? Я воспринимаю это как оскорбление данного. Это идет не оскорбление. Ты себя дауном считаешь? Это вопрос. Это за оскорбление, оскорбление не считается. Алло, ты себя дауном считаешь или что? У меня профессия была какой? Сейчас. У тебя гопника профессия была, и что это значит, что ты можешь просто резать кого захочешь? У меня был гопник профессия. Ну это значит, что ты можешь резать кого захочешь или что? Резать любого человека. Он пареник мне на балкон.
О, чел, если тебе на балкон кто-нибудь залезет, он не залез на балкон. Да к тебе, блин, на балкон никто не залез, ты тупой, блядь, или что? Ну ко мне залазили лично на балкон. Ничего, я не резал человека. Дедлуса, просто посмотреть, как там выглядит. Что блять, скрин открой, посмотри, что я скинул. Нахуй ты просил доказательства? Нахуй ты просишь доказательства и потом их не смотришь? У вас 1.22. Ну, я могу сказать только то, что не было при... Блять, нет, я отказываюсь, больше ему что-то доказывать. Просто пошел нахуй. У меня за оскорбление что там идет? У вас, по сути, грубо говоря, не было оскорбления, потому что вы задавали ему вопрос. Ну, вопрос это в любом случае оскорбительные были. Ну это, бля, я не знаю просто, как по-другому до него достучаться. Он, сука, просит доказательства, я их кидаю, он потом их просто не смотрит, видимо. Ну, давайте мне тогда 20 минут гага. ББ нахуй. Алло, идиоты, видеонаблюдение ведет. Идиоты, камеры вообще-то. Придурки кончены. Ебать, у них там баталии, бля. Там его просто сразу ебало, по-моему. А есть какие-то, может быть, поправки в правилах касаемо этой катаны, так скажем. Спешу огорчить тех ребят, которые за донат хотели на Боброграде стать неуязвимыми. Пока вы держите ее в руках, ФерРП и ПГ не отключается и действует на вас так же, как и на всех остальных игроков. И она также считается холодным оружием. Бля, ну стойка у него, конечно, это огонь. Мне нравится. Да, блядь, ты ёб... Где пиз... Да ну... Нюхай бебру. Я, помогите. Че за хуйня? Дебил, блядь, ебаные правила нарушает нам. Пиздец. Пиздец, блядь, что тут за хуйня происходит? Долбоёб, я тебя забаню сейчас, дебил! Угрозы бань. Ебать, что? Лицом к стене. И вы тоже лицом к стене. А мне за что? За то, что тебе жизнь спас? За то, что у вас катана. И что? В чем твоя проблема, блядь? Ну, дайте на нелегал проверю. Ну, ты найдешь мне нелегал, у меня на него лицензия не нужна. То есть, ну, тебе вообще пофигу, что я тебе жизнь спас сейчас? Тебя бы покромсали нахуй просто. Не подходи ко мне, бля. Не подходи ко мне, тебе говорю еще раз. На М3 лицензия... По причине какой? Что случилось? Лицензия на оружие. Да не нужна лицензия, не обязательно. Чекни закон, пятый. Че ты до меня доебался? Лучше б спасибо мне сказал, ебогу, сука. Бля, мужик, прикинь, на него маньяк с ножом накинулся, начал его резать. Я этого маньяка пизданул, он в итоге меня хотел посадить. Отдыхай, бля, иди отсюда. Какое, блядь, оружие в открытом виде? А? А что? Насколько открытый, блядь, вид оружия был? Виде. Ну он ходил, махал. Как махал? Им, блядь, оружие махал. Вот так вот. А хуль ты это делаешь? Ладно, показал. Паспорт. Так всем похуй. Паспорт покажи. На что ты хочешь его проверить? Лицензии сейчас не обязательны. На что, блядь, объясни, что я сделал? На то, что... Вот ты иди нахуй, долбоёб. Приглашаю всех желающих на скинхед-тусовку второй этаж перед вышкой, напротив ангара, бля. Здорово. Здорово, пусти. Куда это? Во. А скинхеды так танцуют сейчас. А как? Правильно. А скинхеды разные слова сами бьют. А чё, у скинхедов разве нет? А
А, ну ладно. Обоснованно меня убили, обоснованно. Ебатин гений. Он замаскировался, получилось так, что он поставил себе маскировку этого, а как его, лысого типчика из Хейл. Получилось так, что он себе поставил и додумался сделать вечеринку для скинхедов, блядь. И на этой вечеринке устроить ребятам распиздон. Я домой иду. С кинелицем. Я иду домой. У меня вон дом в общаге. Сейчас комчас. Убери штуку из рук. Причина комчаса какая, скажи мне. ПМЭ. Ну, проверка на нелегал, правильно? Ну да. Ну, проверь меня на нелегал и все. Как бы я пойду дальше. Нет, просто... Я не бездомный, ты понимаешь? Я прекрасно понимаю, я поэтому иду домой. Ну так я и иду домой, я тебе об этом говорю. Проверь меня просто на нелегалы и все, я пойду домой, я не бездомный. Тогда остаться где-нибудь, тебе ночевать там. Ну проведи меня под свою ответственность домой, вот, это общага. Вот, туда пройти, вот смотри, вон туда. Вставай тогда лицом в снег, тебя проверим наружу. Давай, давай. Ты тоже. Лицензия, и по законам. Время на лицензии не обязательно. Пятый закон, да. Ладно. Пойдем. Проводи меня домой и все. Подожди, подожди. У тебя дом есть? Это бездомный, по нему что, не видно, что ли? Да не. Да блин, видно на самом деле. Ну, ему же некуда идти по улице. Да у него нет дома, зачем ты его арестовываешь? Так что пусть в тюрьме посидит. Зачем ты его арестовал, у него дома нету? Ну, ему же дом нужен. В смысле ему дом нужен? Он бездомный, он не может иметь жилище какое-то, ты его взял, арестовал, пиздец. Ну, пусть перейдет там сейчас. Ебать, дружок, выходи. Лицом к сыне! Лицом к сыне! Выходи из дома моего. Оружие убирай! Оружие убирай! Оружие убирай! Да в чем дело? Ты меня только что проверял. Ты от меня убежал! Блять, я домой убежал к себе, ты в адеквате? Нет, я тебе искал, то что я домой пойду. Ну я в адеквате. Ты передо мной был в комендантский, точнее, был. Ну так ты и договорился со мной, чтобы я домой прошел к себе и все после проверки. Ну да, я дома, в чем проблема? Ну ладно тогда. Пиздец, ты с челом сделаешь что-нибудь, который у меня дома лазит просто так? И не слушается никого. А где? А, так они должны же были его арестовать. Да иди нахуй. Что ты, блядь, давай. Эх, сука, нахуй! Я его заколупал, бля! Пиздец, а он подожди... А, он хилился, сука, серьезно! Хил-армор у него нарушение, ебать! Ну ты наигрался. Ну давайте двадцатку. Добрый день, я купить хочу. Сука, как это все похоже, блядь. Окей, секунду. А что у нас в коробке? Очень уж похожая застройка. Нечего там нету. Откройте, пожалуйста. Это открыть называется? Бля, скрипач, а бомбы где? Здравствуйте. Скрипка, где? Бомбы где, блядь? Смотри, короче, он жалобу подает на то, что вы там файтились на ножах, видимо. Ну... И он говорит, ты начал убегать уже, ушел с файта, и он начал лечиться, а потом ты прибегаешь, ударяешь, и он тебя убивает, и ты его банишь. То есть до этого я его не бил, вот да? Такая вот ситуация.
Не, он говорит, что-то там вы и дрались, и потом ты убежал от него. То есть закончил что-то там файт. Он убедился, что все закончилось, полечился, и потом прибегаешь, и начинаешь опять его бить. Нихуя себе он убедился. Он, когда я спустился, начал обороняться издалека уже. Он выхватил несколько раз табло, блядь, кунаем. Это он так убедился, что ничего нет, никакого файта, и пошел хилиться. Серьезно, блядь? Ну, типа он на меня напал с ножом на крыше. Ну, да, я выскочил с крыши, начал обороняться уже на улице, стоя, накидывая ему кунаем дальним. Он стоит просто так, еблом торгует на крыше, и получается, выхватывает раза два-три кунаем, убегает хилиться. Я слышу просто хилки эти. Поднимаюсь, он реально там стоит. Ну, короче, знаешь, что есть? Если посмотреть на это правило 1.26, то там такая фигня, что именно стрельбы там не указано, именно какое-то там схватки, короче, там именно стрельбы. Поэтому я не уверен, то, что нож это и будет считаться. То, что если с ножей вы деретесь, что хил нельзя. Хотя, блин, ну это логично. И с ножей тоже действует. Ну, хорошо, ты... Ну, вызовешь челика, ну, предположим, один на один на ножах. Он будет во время драки на ножах бегать хилиться. Ну, какой ну да, да, ты прав. Ну, ты прав, но ну, вот все это просто там не очень описано, но это... Вот, получается, тебя правильно забанили. Да нету у меня бомб. Скрипка, где... Где бомба? Заебал, бомба, где скрипач? Нету, успокойтесь. А чё ты вместо них тогда тут юзать собираешься, блядь? Скрипач. Как-то. Ладно, я скрипач. Да вон он, бля, чел за стойкой. А, я помню, когда ютубер. Я эту устройку у него то же самое видел, абсолютно, просто дом другой. Скрипка, где бомбы, блядь? Скрипка, где бомбы? Я смотрел тот ролик, блядь, у него бомбы были. У него была, получается, где-то там в углу или там колонна, получается. Челики заходят и взрываются нахуй. Чё ты в этот момент удумал? У тебя в диване что-то или что? Пространство вот здесь было. Он хочет бабку сбить бомбой. Да, 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 да. Да. Вот, и к нему заходят челики тупо на пофиге, и они взрываются. А как это сделать? Это система какая-то? Да, система «Умный дом». Чё, не видос не смотрёшь? Нет, я смотрел, просто я не понял, как это. Короче, он слэмки ставит на дверь, и когда он открывает ФДшку, они взрываются. А, то есть это тупо бинды? Это просто ФДшка. То есть он, короче, у него такой... Ну, я понял, бинды, в общем, на ФД, да. Коробка тут. А чё ты в этот раз решил делать? Прикол такой, чтобы от себя отвести подозрение, что я это я. Походу, скрипачу бабка... Да успокойтесь, никакой я не скрипач. Ну, докажи, скажи в микрофон что-нибудь. Микро нету. Да, 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 отмазка, да, пиздец. Да, конечно, отговаривайся. Он верит, бля. Ты скрипач! Ты скрипач, нахуй, плевать сервера, распознали. Какого сервера? Он не на хочу. Гамбите снимал видео с таким же, сука, домом. Только здесь он окна закрыл. Скрипач, где бомба? Гадный чел, блядь. Спасибо, молодец, какой ты крутой. Может тебе яйца, блядь, еще отлезать? Может тут, блядь, это барабанщик еще, я хуй знаю. Отлежи мне яйца. Ну, ты все сказал, может, еще что-нибудь смешное скажешь? Давай, мне кажется, ты недостаточно смешной. И все вы здесь собравшиеся тоже, блядь. Не, я просто смотрю, что вы пришли, тут стоите, человеку руините жизнь. Нахуя вы это делаете? Чисто по приколу, заняться нечем. Кого, ого, да. Ебать, какая картина. Молодцы, ребят. Если я ты так руиню настроение, нахуй ты это... Впитываешь, долбоёб. Кто здесь еще терпит, блядь? Он фактует. Так ебать, я-то впит. Ну-ка, губка. А я потом нахуй вымусь и ёбнуть. Мне нужна была его реакция, я ее получил. Этот чел, вот этот Владлен, он его укатывает нахуй просто. Скрипач, где слэмки? Скрипач, я их пока не активировал, я их не активировал. Не передал. Да вот, продавец... Бля, вы понимаете? Богдан. Давайте оружие куплю у него тоже я. Пистолеты хочу, дорогие. На 70 тысяч, держи. Держи, сейчас. Мне блатные нужны. Пацаны, вы уверены, что скрипач? Дигал ему надо. Это сама пушка. Окей, 45 копеек. Держи. Нет, это не скрипач. Скрипач, продай оружие. Открой вот эту штуку.
5000 на 45. Бедный чел. Бля. В каком же он нахуе? Пацаны, я тоже скрипач, я на скрипке играю. Скрипач. Пацаны, я тоже скрипач. Скрипач бы не застроил окна. Я внук скрипача. Съебались. Опа. Да блять, я только на язык гораздо пиздеть, я не буду драться с тобой. Я не собирался драться. Ебать, я шуму поднял-то просто пиздец, мне так повезло. Зато я от себя всякие подозрения отвел. Дверь открой мне. О, блять, да, я выжил. Котя ему еще по башке дал, серьезно? Пацаны, откройте. У меня есть донат и бабки. Бобанду. Да, давай, я тебя позову, достроишь еще и тебе позову. Стой, а тебе можно? У меня, конечно, немного оружия, но... Я охранять могу. Давайте я вас позову. Дайте мне свой номер, а я позвоню вам, когда достроил. Извини, как тебя зовут? Влад. Хорошо, Влад, а ты можешь сделать вот так? Играем на том, что он пытается меня забайтить. Ку. Ты тут живешь? Нет. Слушай, тебе помочь как-то? Аго банду сделаем. Нас уже четверо. А, да-да, что? Тебе еще нельзя, раз? Ты маньяк, блять. Помочь как-то тебе базу? Че, вообще? Ну, не надо, я сам. Ну, хорошо. Так, да, мы я подожду. Подожду. Где еще второй? Сейчас. А, придет. Да. А извините, пожалуйста. Хотя, а хер. Смотри на рыбу. А шо, вот это значит? Смотри на рыбку. Смотри на рыбку. Это в дискорде рыбка. Пиздец, я один раз звук издал, а у него пластинку заклинило, охуеть. Ты же напутаешь, по-моему. Да ты дохуя чё путаешь. Пошли выйдем, поговорим. Ну иди нахуй, ну давай. Раз. Ну только если с тобой. Все правильно. Я умный, я через двери выхожу. Спускаюсь по этажам. Ну, смотри, смотри. Куда? Я говорю, смотри, смотри. Куда я тебя спрашиваю, блядь, да, счет не совсем ненормально. Алло, корова, куда смотреть? Что? Я говорю, смотри, смотри. Я тебя спрашиваю, куда? Пойдет, не знаю. Ну хоть не мычишь уже в ответ по 300 раз, уже радует. Не мычу, тоже, да, тоже нормально. Что же стоит это вообще? Я в банду хочу к челу, мы договорились, он достроится, меня возьмет. Что такое? Тебе чё? Мне не... Чепуха. Да чепуха. А чё, почему чепуха? Я ж тебя не обзывал. Потому что до мирных людей доёбываешься. Кто сказал, что ты мирный? Ты чё, блядь, офник? Какой ты нахуй мирный? А я видел до на этого. На плечо свое посмотри. Я не мирный. На плечо, говорю, посмотри, патч, блядь, лямбда у тебя. Ты чё, сука, сопротивленец? А ты, блядь, наебала свое кривое. Сколько посмотри. Нексусов у тебя, блядь, за плечами? Слышишь ты, сука? Я готов поспорить, что ты просто от Рейвенхольма срёшься под себя. Сколько у тебя и во снах не было? Чё, ответить сложно? Число вспоминаешь или придумываешь, что покруче? А ну забив. Какой нахуй забив? Нахуй? Сколько у тебя было нексусов за плечами, долбоёб? Лямбду себе, сука, набил на куртку. Иди нахуй отсюда. Ты не имеешь права ее носить. Я, блядь, петушну. Не спрашивай. Ты, сука, сын Мосман, иди отсюда, крыса.
Ты, сука, сын фермера. Ты не можешь сказать, сколько у тебя было нексусов за плечами, сучонок. Ходи, оборачивайся. Нахуя? Мне ничего не угрожает. А вот тебе теперь с этих пор, да. Тебе пизда, я тебя прирежу. Кого ты, блядь, прирежешь, ты сука? Аха ты. Чё, блядь? Цикун. Тебе въебать? Лови. Мы еще встретимся. Сюда иди, блядь. Ай, блядь. Ну сюда иди, сука. Я с тебя нахуй форму сниму твою. Говорил поляну тебя дохуя и нексуса. А чё пароль какой? Пароль какой? Сейчас скажу. 6290. А сейчас подожди, я не буду диктовать. Ага. Ну ты короче понял. Ну смотри, для. Вот меня короче тут грабили. Вот тут. Да, вот и все. Давай мы А он, мне кажется, сейчас придет сюда, блядь. Стой. Сейчас тогда давай засаду сделаем, смотри. Он, блядь, охуеет от того, какой я дерзкий. А вот и ты, сука. Стоять, блядь! Стоять! Блядь, как он не сдох? Блядь! Четыре удара, короче. Братан, блядь. Помогите, блядь, ограбили. Катана это охуенная штука, мне нравится. И она не имбовая на самом-то деле. Голову она может шотнуть, да. Но мента она с одного удара не хлопнет.